что, ребят, всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, кто как будет смотреть это видео. Пойдем на болото, пособираем клюквы. Вот по пути попробуем утку с подхода. Так что смотрите, будет интересно. Как так-то смазал-то? Сразу добивать надо. Ничего. Ребят, продолжается у нас сбор клюквы. 3 литра уже собрали. Ведерко. Ну тут народ полазил уже после меня. Так что остатки ходим, собираем. И вот я стрелял по гусю, но это так. Ребята, гуси. Гуси. Авось было, не выдержали нервы. Вот. Но косяки идут, северная утка прям, я не знаю, прет. Сейчас собираем, профилять я сегодня не привез с собой. Попробуем на большой разлив пойти. Мне кажется, они там падают. Ладно, посмотрим. Сейчас еще ведерко наберем где-то. Сейчас, что очень выбрано все. Ходишь по мху, по подушке. Ладно, смотрите. Немножко остановились пособирать грибочков. Такие подберезовички. Оп. Ребята уже взяли первого гусика. Мы двигаемся к ним. Посмотрим на вечерочки. Улыбнется нам удача или нет. Сейчас я вам покажу. Прибудем к ним, покажу гуся осеннего. Так, ребят, немножко погулял я. Вот, грибов пособирал, вам не показывал. Сейчас мы готовим грибной суп. Вот у нас грибочки уже подходят. Мы их порезали. Сейчас закипело. Добавляем соль. Но основное... ее готовку мы оставим на вечер. Сейчас мы перекусим и пойдем. Просто ребята писали в комментариях, что кухню там, утку пока не добыли, грибы только собрали. Вот. Сейчас они отварятся. И мы вечером придем с вечерочки. Может, добудем утку. И будем добавлять картошку, лук,
Может быть, добавим вермишель. Это на любителя. И будет шикарный грибной супчик. Грибов не так много. Вот. В основном под березовики. Белых пока мы не видели. Так что вы не переключайтесь. Дальше будет интересно. Гуси. Ребята, на нас гуси. Ну вот, ребят. Добыли осеннего гуся. Осеннего гуся, да. Первый мой гусь за 50 лет моей охотничьей жизни. Первый раз. Белого. 3 года назад взял, но не нашел. Не нашел, значит, не считается добытым. Да. Вот, манили, как всегда, были на старых скратках. Налетело штук. Ну, нормально налетело. Но одного выцелил. Со второго выстрела взял, остальные 2 ушли уже по удаляющимся. Осенний гусь, я бы сказал, ну нормально, килограмм, наверное, 3. Я бы так сказал. Ну, красиво. Первый раз осенняя охота на этих берегах, лугах. Видно, полет изменился. Гусь прет, и прет очень хорошо. Да, и северная утка пошла. Да, северная утка пошла. Погода хорошая стоит, и видно ему ветер, то, что нужно. Вот. Будем теперь, все охоты заброшены. Опять на гуся. Потому что гусь — это главное. Лучшая охота на гуся. Много хороших охот, но это самое лучшее. Первый осенний гусь, у меня эмоции дофига. Сегодня придется чуть-чуть выпить. Чуть-чуть. Так что, ребята, за вот гуся. Ставьте лайк, дизлайк, как хотите. Но это осенний гусь. Лучший осеннего гуся, только весенний. Да. Ладно, а мы ждем дальше. Ждем дальше. Еще были налеты, но высоковато было. Пока шли. Чуть-чуть можно было по-другому. А так, красавец. Красавец, хороший. Хороший белолобый гусь. Журавли. Ну что, ребят, вот и закончилась для нас сегодняшняя охота. Вот. Кто смотрел, спасибо за гуся. Пишем комментарии. Всем удачи и пока.